Всем привет! Сегодня покажу, как в полевых условиях отремонтировать ручной стартер. Вот такая незадача была, что лопнул тросик, оборвалась вот эта шляпка. Тросик всегда советую всем возить с собой запасной. Да, серый? Да. Че, рыба? Рыба клюет, да? Ну ладно, вот все рыбу ловят, котелок кипит. Вот так вот на полежке, кстати. Кто не знал, офигенная штука. Бревно. Можно суп сварить, можно котелок скипятить. Ой, чуть залил. Да, этот самый бухать перед этим, конечно, как бы противопоказано. Берем вот этот конец, тонкий конец берем, проворачиваем до сюда. Пытаемся его завести вот туда. Вставил, блядь. Вставить-то вставил, не туда вставил. Понимаешь? Ну вот что. Так. Так. Я же забыл, это хорошо. Хуяк. Ну так вот, хули ты. Так. Хоп. Раз. Завели трос. Просто первый раз. Ну, ставили, завели трос. Отсюда вынимайте петельку. Выняли петлю. И начинаем. Так. Так. И начинаем, натянули немножко, и начинаем заворачивать целый круг. Входите, получилось. Целый круг начинаем проворачивать трос. Целый круг провернули. Так, раз. Снова. Снова выворачиваете его. Хоп, вот так. И еще один круг. Так, два круга мы завернули. Тросик выворачиваем так, чтобы он не переплетался. Вот так. Оп. Так, вывернули. Вывернули. Вытащили. Отправили, отпускаем, хоп. Так, мы натянули, в принципе, вот у нас ручка будет, сейчас я ручку одену. Хуя, яйцо холодное. Как ручка снимается? Ну, я думаю, у всех так сделано, просто тросик вытаскивается. Так. Этот трос лопнул, этот трос в помойку. Задушить кого-нибудь. Да, задушить, если только кого-нибудь. Обязательно возите, парни, возите всегда с собой трос и вот такую защелку запасную, чтобы, ну, чтобы меньше геморроя было у вас, возите всегда с собой. Это, что это? Есть заварка-то? Геморрой. Открой у меня ящик, посмотри, у меня в ящике заварка есть. Вытаскиваем трос. А, отбой заказа.
оставим. Приключиваем ее на болтик обратно. Не, в этом, в батином ящике, посмотри. Так. Ты этот, Петюга, сказал, что бухим надо меньше кататься? А? Ты скажи, что этот бухим-то надо меньше кататься. Да какая разница, так я дернул, бля, а он ворвался. Так че, какая разница-то на? Меньше ездить, дальше будешь. Закрутили. Ставим ручку. Сейчас. Ставим ручку. О, сначала вставляем вот эту защелку, вставляем сначала туда, вставили и просто натянули трос. Все. Все. У нас все поставлено. Единственное, что нам надо сейчас натянуть трос. Один оборот делаем. Оп. Сделали один оборот. И вытягиваем сюда петлю. Держим и вытягиваем сюда петлю. О, не давайте распутываться. Так вот, вот мы вытянули петлю, вывернули ее на обратную сторону, начинаем, вот она вытянута у нас, вывернули на обратную сторону трос и начинаем заворачивать пружину. Пружина заворачивается против часовой стрелки. Оп. Так, вывернули, все, один оборот вывернули, этого достаточно. Отпускаем, все, трос. Трос у нас натянут. Пружина поставлена. Еще раз, для тех, кто не понял, еще раз. Так, сейчас ослаблю. У кого трос ослаб, ну вот, вот так ручка не доходит, да? Или у кого тросик оборвался. Вставляем. Вот эту часть ставили, пружину попали, тросик завели. Вот. Потом делаете, подводите вот эту выемку сюда. Так, подвели. Подвели выемку к началу троса. Отверткой вытащили трос. Отсюда его пихаете. Так, выпихали трос, подводите обратно. Так, подвели трос обратно. Делайте трос так, чтобы он вот зацепился вот за это место. Вот, вот. Петля была вот именно вот так. Вот так. Хоп. И начинаете прокручивать против часовой стрелки. Придерживая трос, чтобы он не соскакивал никуда. И прокручиваете просто против часовой стрелки. Раз прокрутили, отпустили, так, хоп, все, вот он натянул, он натянулся, стал натянутый, но еще мало, надо еще один оборот натянуть, снова, можно не отпускать, можно просто было два оборота сделать, но я делаю так, чтобы всем понятно было. Вот у кого трос вот так вот, да, стоит на буране,
и трос вот так постоянно висит. Просто снимаете, вот у вас прорезь, вот тросик. Прокручиваете один оборот, вот чтобы это сделал один оборот, вот. Чик, он сделал один оборот. Поджимаете, подводите сюда. Берем отвертка, вот так вытаскиваем, суем трос сюда, делаем петлю. Петлю сделали. Делайте тросик вот именно вот так вот, чтобы он был. Чтобы тросик зацепился вот здесь. И прокручиваем стартер против часовой стрелки. Один оборот. Поддерживаем тросик. Подтягиваем, держим его. И прокручиваем один оборот. Все, прокрутили один оборот. Вот до сюда. Выворачиваем обратно трос. Ну, выворачиваем его и вытягиваем. Вот так вот. Хоп. И вытащим. И все, отпустим. Все, трос натянут. Все, ручной. А ручной стартер собран. Все, ничего. И прикручиваем стартер на место. У всех по-человечески прикручен на 4 болта. У меня прикручен на 3 болта. Как говорится, по-еврейски нахуй. Чё ты говоришь? Чай готов, хули. Вот видите, пока делал, чайник вскипел. Да, он вскипел уже на сколько раз, бля. Там уже немного кефир, бля. Ничего не снял, то сними. Так нет, я снял, пусть так подсоединено. Стартер, кстати, новый. Вообще, я вот 300 километров, наверное, не проехал. И вот уже такая беда. Оборвалась. Вот такие запчасти у нас. Мы с вами в полевых условиях меняли трос стартера. Кому понравилось, кому помогло это видео, нажимайте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Будем дальше что-нибудь ремонтировать, показывать, делиться с вами. Чай не скипел. О, сейчас с Сережками чай попьем, да, Сережа? Ну мы сейчас еще с вами... Подождите, мы с вами не прощаемся. Мы сейчас еще сделаем, за... бьем, да, еще сделаем запуск. Ну. Еще запустим, чтобы все... всем было видно, что мы починили стартер. Но если этот трос лопнет, это будет вообще беда нахуй. Где-то паста была, не было что ли паста? Со спиртягой, со спиртишкой? Че это? С тем? Нет. А он технический, да, нахуй. Так, стартер мы починили. Подожди, попробуем. Пихни, блядь, ничего, попробуем нахуй. Запуск сделать. Все. Техника работает. Починили в полевых условиях, да, Сергей Александрович? Вот так вот. Смотрите, Буран Гараж 35. И будете всегда ездить. Ломаться, если что-то сломается. Но всегда будете знать, как починить эту тему. Все, всем пока. Не забудьте подписаться. А если сделаете репост этого видео, вам будет отдельная благодарность.
Все, всем пока.